Так. Всем привет, Витёк здесь, и это бета-версия Among Us. Тут добавлены новые какие-то вещи, но вы все это увидите. И это новый режим. Режим... О, Анна там ржет уже где-то. Но смысл в том, режим такой, типа, души... Как там ты сказал, Лепёха, объясни еще раз. Поменялись. Души поменялись, ваша задача, чтобы ваше тело... Чумовая пятница, грубо говоря. В общем, например, я, как видите... Неизвестно какой. Да, неизвестно кто, и, соответственно, смысл в моей игре, я должен отстаивать позицию своего тела. То есть я своим телом не управляю, но все в игре должен делать так, чтобы мое тело выиграло. Будь оно там убийцей, не убийцей, но вот смысл такой. Поехали, давай сейчас все разберутся. Соответственно, в голосованиях я буду говорить за свое тело и так далее. Все, погнали, все, молчание. Раз-раз. Запись идет. Сейчас. Так. Значит, мы отключили полоску. Точнее говоря, полоска работает, но только когда голосование срабатывает. Че это у имя такой странный клюв, как у меня? Вот. Полоска сейчас не будет заполняться. Она будет заполняться только когда голосование будет. Вот, плюс не будет видно, какие цвета за кого проголосовали. То есть не будет известно, кто за кого, против кого голосует. Вот такие вот вещи сейчас сделали в бета-версии. Так, Блейнар, который вообще не Блейнар. Кто-то другой управляет Блейнаром в данный момент. Я, как видите, управляю Олежей. Далее полоска подвинулась. И где тело? Так. Олежа. Значит, где я нашел этот труп? Бедную мою любимую Эми убили. Значит, вот в самом смертельном месте в электричестве рядом с люком. Вот. Ого. Я могу лишь сказать, что я... Все ненавидят это место, и вот. Я могу сказать, что я... Я бежала вниз, я была в электричестве, но я стояла и чинила все. Я там видела с собой. Я видела с собой в электричестве себя, Зверобоба, Максим и Лепёху. Что это значит, ты видела в электричестве себя? Я всегда смотрю на тебя. Витя убегал из стороны электричества. Но я видела, как Витя... Витя обходил со стороны навигационной и этот канистру заливал. Не надо. Вот я вначале вместе с Максимом и Витей пошел, и Кря, по-моему, мы пошли проводить карту, и потом пошли куда-то вниз. Ну вот, а там мы где-то и... Вообще нифига не понятно. Очень интересно. Я что, собственно, могу сказать про себя того? Я видел, как Максим ушла из электричества. Я видел, как мы пробежали из столовой, побежали в сторону навигационной, видели Витю стоящего, что-то делающего, а потом убежали, я их не видел. А почему не включили эти, как цветные ники-то? Включили, просто те, кто скипает, показан цвет почему-то. Да. А-а-а. Хитро. А еще у проводов теперь есть значки, если у кого-то проблемы с цветами. Тишина. Видите, полоска сейчас не двигается. Ого! Это что это такое? А где я, кстати? Я себя не могу найти. Возможно, я убийца, ребят. Не знаю об этом. Я убийца, не? Оп, электричество. Видите, быстренько чинит. Ух, господи. А, ну, я вошел в кафетерий и нашел там валяющееся тело Максим. Нас убили Витю. Витя, ты мертв. Представляешь? Витю убили, да. Ну, было темно, я никого не видел, когда вошел. Я починил электричество. Я мертв.
Я не могу теперь говорить, хотя я играю, понимаете? Я телом лежу, руковожу, но я не могу говорить. Я в одиночестве чинил проводку. Я был около карточки, а потом побежал вниз. Наверное. Побежал вниз. Без понятия. А твое тело, да? Я не убийца хотя бы. Вот мы все пошли в начале раунда вниз. Я теперь говорить не могу. Админку, и потом вот все куда-то разбежались. Кто видел, куда бежала Максим? Я не видел. Я не смотрел. Мое тело вниз побежало, но не видел. Мое тело. Ты побежал вниз, я понял. Она была красивым, я. Подожди, мое тело бежало вниз. Твое тело тоже бежало? Нет, твое. Нет. Так. Ты видел тело Валера? Твое тело не бежало с нами. Я знаю, где я был. Я тоже знаю, где я был. И потом я нашел Максим в кафе. Кто был в кафе? Я в электричестве был. Это проблематично. Это очень проблематично. Я не знаю, я был снизу. Зиробок считает, что это лепеха, все. Лепеха? Я не знаю. Что, лепеху? Нет, наверное. Ну... А, ну, а в смысле? А как это работает? У нас это ничего, это сложно. Это жестко, вообще ничего не понятно. Так, давай отделимся ото всех. И быренько просканируемся. Так. Сейчас Олежу убьют, вот это будет номер, а? Так, мне в реактор надо. Там, походу, какое-то убийство массовое происходит. Ой, черт побери, ладно, давай зайдем. Упс. Что, еще два? Так. Один. Лепеха, где тело? Лепеха. Ну, предположительно, выключили свет, значит, оно в электричестве. Ну, мое тело пошло вместе с телом Кря в сторону навигации. И там под конец вы и остались. Я делала задание на проводку. И еще это, ну просто решила посидеть в этой навигации, там так уютно, темно, ничего не... Да, я согласен, нам было уютно. Я думаю, это зверобоб скорее всего. Лепеха, где твое тело нашло тело? Мое тело нашло тело в электричестве. Я увидел тело Аниты. В астрале. Я вообще не понимаю, что происходит, как это у меня. Возможно, голова сейчас взорвется. Тело Лепехи и тело Олежи. Почему? Ну, мое тело видело Аниту, Кря и свое же тело около навигации. Вот. То есть я был там, я ничего не знаю. То есть кого не было там, это боец и Олежа, скорее всего. Давайте выкинем тело Лепехи. Нам не нужно тело Лепехи. Оно подозрительное, оно и в самом начале, когда убили Эми в электричестве. Мое тело, моя душа думает, что это Олежа. А давайте просто выкинем тело Олежа. Кого, моя душа думает, что это Лепёха, потому что он хотел Лепёха. Нет. Моё тело думает, что это зверобоб. Это Олежа. Это не тело зверобоба. Олежа злой, выкидывайте. Олежа в космос. Нет, что? Они меня в космос выкинули, чёрт. Только для этого. Да. Только для этого. Ну все, значит, убийцы победили, да? Кто? В Борецку надо было или Лепеху кидать? Кря делает задание. Или у нас один убийца остался? Все.
Вот это я... Вот это я... Я свое же тело убил! Это определенно был у Борецки, когда голосовали, но почему-то решили в Лепеху. Лепеха, твое тело пипега. Мы не раскрываемся сейчас, кто мы. Не раскрываемся, хорошо. Вообще, мы даже не говорим, были мы предателями или нет. Ну... Честно признаюсь, Анит, конечно, молодец. Я молчала, я не могла понять. Не понимаю, зачем вы меня выкинули. Потому что ты был далеко. Я за своим телом просто не уследил. Олежа, твое тело постепенно приспосабливается к космосу, оно создано для него. Ребят, мое тело хотело, поэтому я просто бегала, куролесила. Твоя тема? Самое орное в том, что Зверобоб не видел, как я... Где я был. Но ты рассказывал об этом, да? Мне приходится, типа, рассказывать о том, как... Что и где происходит. У меня вопрос, а что делать, если я вычислила, кто сидит на моем теле? Ну, живи с этой мыслью в голове. Я сижу, не понимаю, что происходит, а потом как до меня дошло! Как накрыло! Давай еще разок, давай, запускай. Самое классное, когда твое тело того, и ты можешь наконец соединиться душой со своим телом. Да-да, страшно. Молчание. Дамы и господа, раз. Так, опять я молчу. В смысле, опять я. Я опять Олежа. Так, это кто у нас тут? Желтенький был, да? Это Блейнар был, получается. Сейчас туда-сюда сгонял. Вроде квестик делал. Он делал... Йо! Так, Витя. Витя, где ты нашел где тело? Нашел, слушайте, Валер? Ну тело в двигателях валялось в нижнем. А точно где-то там валялось? Ну, телепатически думаю, что да. Хорошо. А я тебя видела у Полецкого. Если мы учем так... Погоди, Зверобоб убили, почему меня Зверобоб спрашивает? Хороший вопрос. Зверобоб, уйди с чата. Соответственно, я скажу, что я вообще не успела бы добежать, потому что я починила провода и пошла делать карточку. Все, я никуда сюда не уходила. Знаете, я передумал. Мне кажется, это какое-то дерзкое убийство, и, скорее всего, мне кажется, оно было это совершено лепеха. Где-то справа. Скорее всего, это лепеха. Чего, сам на себя выкинешь? Можно Олежу для профилактики выкинуть, так-то. Не, ну... Я могу сказать, что у Борецкий сразу пришел к карточке и делал ее, то есть это не вариант. Да, я ходил, карту проводил. Так вообще молодец. Не, я вот честно заметил, духом своим где-то проглядел, видел, вроде Блейнар ходил, мусор выкидывал. Да, Блейнар? Блейнар, включи, пожалуйста, микрофон. Стоп. Блейнар, микрофон включи. Икря, ты чё? Да, я выкидывал. Выкидывал мусор, да. Вот, подтверждает. Это непонятно, я понял. Пока скажу, что слишком подозрительно. Возможно. Вообще, я трупу увидел в иллюминатор, он в космосе летел. Он так не думает, хотя сказал, что мое тело думает. Ладно. Раз. У меня проблемы с головой. Пошли, короче. Может пойти посмотреть, куда мое тело побежит? Боже мой, только не свет. Опа, подписочка, спасибо. Я могу нарваться на трупан. Ришел, подписался доллар нами, теперь подписчик. Бегу, спасибо за спонсорку. О, господи, кто нашел-то? Тело убили. Так. Лепеха, где тело? Это сразу же не мое тело. Молчи. Значит, тело. Так. Подожди, я лепеху видел. Ты, я говорю. Я видел тело примерно где-то сверху. А кто видел, где лепеха бежала? Я видел тело лепехи. Оно бежало, короче, с
там, где двигатели, где-то в районе двигателей. Слева? Ну, справа. Ой, пардон, справа, то есть там, где наоборот, справа, да-да. То есть слева или справа, я имел двигатели слева. Справа. Нет, пардон, справа. То есть на свет оно не бежало чинить. Понял, теперь объясню. Я последний раз видела лепеху только вот в моей любимой игровой. Ну, уважаемый, я же зарепортил, вы же знаете это правило. Я у Борецки бежал, ты рофлишь. Дайте сказать телу лепехи. Значит, мы бежали все вот с навигации, пробежали, был выключен свет. Скорее всего, это сделали во время выключенного света. И предположительно, это было в районе, там, где наполняют канистру. То есть, скорее всего, это лепёха. Скорее всего, это лепёха. Я согласна. Скорее всего, это сам лепёха и сделал. Мне кажется, лепёха просто хочет поскорее, чтобы выйти отсюда и не говорить. Я могу сказать, что лепёха последний раз, когда я его видела, он остановился астероиды бить. Но он не бежал. Это было далеко. Что это Витя? Это неправда. Лепёхи не бежал чинить свет. А чё сразу Витя? Я голосую в лепёху! Он не чинил свет, не бежал. Моё тело думает, что это Витя. Да при чём тут Витя? Вити там не было даже. Почему моё тело не голосует? Почему оно меня не выкидывает? Моё тело меня не будет. Я же сказала, лепёха просто зараза. Лепёха, кстати, не может же, он не должен против лепёхи голосовать. У лепёхи, наоборот, задание тела лепёхи поддержать. А, да? Да-да. Не, ну мало ли вдруг он против своего тела, кто знает. Извините, он слишком много говорит. Смысл-то тело лепёхи именно поддержать. То есть даже если это убийца, ты все равно должен поддерживать его. А чё вот стоять смотреть, какой смысл? Да, у нас эти штуки не двигаются. Смотри, палит. Что это за... Опа. Сорок. Тут уже Максим. Анита убегала. Максим и Анита, поход дела. Это Максим и Анита. Максим стояла, Анита убегала, не включала кислород. Опа. Ух ты, двойное. Витя, где тело? Тела в электричестве, два трупа, оба трупа в электричестве. Кто это был? Вот, я думаю, это точно Анита, во-первых, потому что я видел, когда был кислород, а Анита вместо того, чтобы бежать к верхнему кислороду, убегала от него. И я думаю, это Максим, потому что она стояла... Или подожди, нет, это Кря. Она стояла и не вводила циферки, точно видела. Я чинила кислород снизу. В общем, точно Анита, 100% Анита, потому что она убегала от кислорода. Да нет, не может быть такого, чтобы это была Анита. И Кря, соответственно. Точно Кря. Все, давай кидаем Аниту. Мое тело думает, что это, скорее всего, Изер. Точнее, мое тело. Анита и Кря, помяните меня. Я точно 100%. Вообще гарантирую. Анита точно 100%. Нет, мое тело считает, что это ты виновен, потому что я избежала от тебя. Это же ты убил. Серьезно? Кого убил? Трупы в электричестве. Я про кислород говорю. Никто не чинил верхний кислород. Я чинила нижний. Я могу лишь сказать просто, что... Погодите, я могу просто сказать, что меня даже близко в этом раунде не было в электричестве. Я ходила все время по правой части и чинила нижний кислород. Все. Откуда Моё ты знаешь? Мое тело меня не слушает. Я знаю. Все, Кря следующее. Какой Кря следующее? Я хороша и прекрасна, это Витя. Тихо.
Ну, это было очевидно, она убегала от кислорода, это же видно было. Интересно, кто там за кого играет? О, звездочки появились, смотри. Сейчас мне тут положат и все. Давай, тело Олежи, работай. Ой. Чё ты на кнопку нажала-то? Я пытаюсь уже просто микрофонно. Тихо, погодите. Я созвала вас, чтобы мы внимательно подумали о том, что же у нас тут происходит. Соответственно, я могу сказать, что я в себя верю. Соответственно. Я в себя тоже верю. Я верю в себя. Это понятно, что ты в себя веришь. Я верю в Витю. Соответственно, у меня... Это точно Кря. Потому что... Какая Кря? Я починила верю. Если это они-то, то это Кря. А они тут мы выкинули, и нас сразу щебер. Да, да, да. Сейчас бы было бы два убийцы, значит, они-то точно была убийцей. Нет. Соответственно, в паре с Кря была. Мы до этого могли выкинуть убийцу. Что за... Не, не могли, мы никого не выкидывали, они все убиты были. Ну вот, так что они-то точно выкинули убийцу. А они-то вместе с Кря ходили. Витя, если это не Кря, то это Олежа, стопрот. Я думаю, это Максим тогда. Да не-не, мы... Не-не-не, я как-то... Я говорю просто, что 100% из тех, кого я видела, я верю в тебя и в себя. Соответственно, я верю в Олежу, и еще меньше я верю в Кря. Вот, да, вот такой вот такой вариант. Да, мне не доверяй, женщина. Что за нож в спину? Времена, ты ушла, она отвечает меня. Капец. Капец, мое тело меня не слышит. А ведь они тебя надо было всего лишь зарезать одного. Все, мы выиграли. Мы победили, что ли? Да! Это было странно. Это было очень странно. Так. Но я наконец-то понял. Суть. Дошло наконец-то. Серьезно. Вот зарезало бы они. Они просто бегало за кем-то, пока вы не прибежали в электричество. И выиграли бы. Когда твое тело с собой вначале? Короче, нужно врать и подставлять, я понял. Все, давайте. Где у меня дискорд? Тело обменник. Опа. Это вылетело. Саш, испалил себя! О, блядь! Ну все, спалился, до свидания. Странно, обычно Анна вылетает. И сейчас опять Анна вылетела, но на другом человеке. Оу. Ведь меня убили, как... Так, кто... Блейнар? Тихо. Так, Блейнар. Да. Тело было в медпункте, возможно? Так. Хотя нет, стоп, свет же поломали. Два тела, смотри, два тела. А кто вылетел у нас? Анита. Анита вылетела. Анита вылетела. Казалось бы, она и так всегда вылетает. Да. Я стояла, выключала данные. Периодически, походу, было все это дело. Свет-то выключили? Свет-то выключили. Я как главный свидетель. Я там в темноте нашарил тело. Могу сказать, что это... Больше никого не видел. Почему это Кря? Потому что я видел тебя около трупа. Гениально. Мое тело, я проводила карты. Да, было очень темно. Я ничего не нашел тело. Олежа подозрительно молчит. Неправда. Это последнее. Это что скажет Блейна? Я ничего не видел, темно, я тело нашел в темноте. Так я вам говорю, это Кря. Это я не видел, Кря, ее это не стоять. Вполне может быть, но я может не знаю. Кря. Я Кря не Макаром видел, просто не знаю. Можем хоть кого угодно выкинуть. Нам невыгодно сейчас кого-то выкидывать, кроме предателей на особенных основаниях, назовем это так. Да, ну проблема потому вот... Потому что у нас трое. Но проблема в том, что у нас инфы нет. Вообще нету, да. Вообще. Да. Это была темнота. Два тела. Скип? Ну я считаю, скип, что это скип. Это, конечно, скип, но я это надеюсь, жесть. Я для того, кто я. Я считаю, что это скип.
Прикиньте, сейчас я за кого-нибудь проголосую. Да, не будет не видно все равно. Нет, можно, если один человек проголосовал за кого-то, остальные, то уже вычислить можно. Ну да. Раз-раз. Да, это тяжелая сейчас будет каточка. Сейчас, судя по всему, они-то не то, что судя по всему, 100% была мирной. Я вообще ничего сделать не успел. Я побежал делать квест, не сделал его. То есть это жесть. То есть это прям вот сразу толпа побежала и тут же всех зарезали. И, кстати, кто прожал? Борецкий? Возможно, он и убийца, потому что он прожал и тут же обубичился. Разубичился. Ну, очень понятно, да, о чем я говорю. Да ё-моё. Где тело, Блейнар? А я еще и умер, да? В медпункте вроде как. Раз-раз. Так, знаете, а кто в прошлый раз это тело нашел? Я. Тоже Блейнар. Блейнар? Интересно. Да. Я просто в темноте в прошлый раз нащупал. Саморепортит просто. Не, я так не занимаюсь. Вот я профессионал уже, в принципе. Я так наиграл. Да, мы все про тебя знаем. Я так бы не делал, это меня спалило сразу. Ну, два раза подряд. Я первый раз нашел в темноте. Второй раз... Долго не мое тело явно меня хочет подставить. Ну, смотрите, первый, она только катка началась, и тут же вот только кулдаун прошел, и тут же зарезали двоих, и тут же зарепортили, скорее всего. Да. То есть там какая-то куча народу бежала, что ли, вместе, или что это было? Непонятно. Первый вообще было в темноте, поэтому... Либо так как темнота, зарепортили и в суматохе решили, я думаю, надо Блейнара кикать. Но в любом случае, сейчас надо кого-то кикать, самый подозрительный это Блейнар, если мы никого не кикнем, мы проиграем. Почему? Я тоже не... Мое тело тоже не согласно. Делать, что хочет. Мне кажется, что это вообще кто-то другой. Мое тело доверяет. Ну, сейчас проверим. Ну, в любом случае, это... Все, сейчас через 20 секунд мы узнаем. Правильно или неправильно. Видимо, мое тело за себя. Класс. Оно хочет умереть, ему не нравится. Оно играть с моим телом. А я не знаю, мое тело тоже меня не слушается. Я просто не знаю, кого еще можно. Убейте кто-нибудь мое тело, оно заслужило это. Надо свет бежит чинить. Так, Визвер вот бежит. Направо. Я ж починил. Господи. Я же говорил, что я так не играю. А можно сказать парочку слов? Мое тело просто меня хотело подставить. Скажи парочку слов. Это последняя игра? Или еще четвертая будет? Пожалуйста, верните мое тело. Давай еще одну, а что? Ну ладно, ну просто там. Потом скажу. Это быстрое просто было. Ты думаешь, кто... У Борецкого это более... Ну, тогда еще раз. Это очень своеобразный опыт, сразу говорю. Да, необычно. Я опять экипаж, да что ты это будешь делать-то? Ни пруха, ни везуха, да свидуха называется. Ай, дальше матом идет. Ни пруха, ни везуха, ни в ухо. А, на тебе в ухо, скажем так. Так, Зероб, Кря, они-то направо побежали, Блейнар здесь стоит, стреляет, типа... Эми, Кряу, Борецкий, они-то тоже здесь. Так, цвет. Капец, пошла говна кусок. Может, свет? Кошкин. Так можно разве было? Но я же могу информацию полученную, да? Еще и зарепортил. Так. Так, где тело? Борецкий. Я нашел тело, предположительно, там, где по метеоритам стреляют. По метеоритам стреляют? Ну, тогда получается, там. Если предположительно там, то это не я, не Извер, не... Я загружал файлы в админке в этот момент. Я предполагаю, что это все-таки около щитов было, мне кажется. Ну, даже если около щитов, мы были... Так, Борецкий же нашел, ну, Борецкий... А Блейнар где был, тело его? Я в медпункте был, нет? Мне кажется, это даблкилл, скорее всего. Даблкилл, ну, наверное. Кстати, да. Получается, давайте так, у нас было, получается, трое... нет, даже четверо, еще вроде бы лепеха свет чинил. Вот, и получается, у нас остается... Отрицаю. Четыре. Я был справа сверху.
Я видел, что направо вначале побежали, там целая шабла была, там Анита была точно. Я не помню, я бежал ли я туда или нет, если честно. На Аните сейчас темная душа, она как раз любит резать и убивать. Возможно, это как раз-таки снова Анита. Борецкий там вроде был, и кто-то еще был. Потому что я зависла в комнате управления. Мое тело такое дерзкое, но уже голосует, как я себя люблю, конечно. Почему сразу мое тело подозревать, если сейчас мое тело 100% было в комнате управления? Я тоже не понимаю. Да? Ну, кто знает? Обознатушки, обознатушки. Ну что же. Ну как это сказать? Как это сказать? Мы спасли тело. Вот это повороты. Вот правильно, у Борецкого. Мое тело не согласно. По-моему, Борецкий Анита, да? Я тоже. Согласна. Это скип. Скип это зло. Черт. Кто второго? Я просто не видел второго, кто завалил. Труп-то я видел, рядом стоял. Кто там бежал? У Борецкий? Кто еще там был? Блин, у меня что-то память отшибло тут же. Что-то памяти вообще нет в последнее время, ребят. Надо таблеточки попить какие-то. Для памяти. Коммуникации, саботаж, нифига себе, что это такое. Вот у Борецкий бежит, сейчас будет кого-то килять. Борецкий. Раз. Я нашел около по пути к связи, скажем так. При мне. Это убит был зверобог. Мне, да, это... Я видела, как его тело падает. Мы стоим. Да, я тоже видел. Вчетвером. И тут хобана, он убивает. Да, целая куча народу, значит, стоит, да, чинит эту фигню. Я просто... Влетает у Борецкий, так фигак по пузу ему сначала, кислород вырывается, кишки выскакивают, но он фиг еще в горло, на. Мне видео, кажется, видео. Что это Лепеха или Анита. А это Борецкий, все за него, мое тело, грызи, Вот покусайте лучше, как раз таки, Борецкий, подозрительно, что он именно и доходит эти тела, сам убивает. Да не, я хороший. Я просто бегаю, я выполняю таски и чиню саботажи. Мне кажется, у тебя проблемы, Борецкий. Я ни на что не добегаю, но у тебя огромные проблемы. Кстати, раздвоение личности. У меня получается, что он в шабе Дилорда пытается захватить мое тело каким-то образом. Я бежал, как и все, чиню связь. Найс! Мое тело лично ничего не видело, наверное. Так я почему-то голосовать не хочу. Я без понятия. Да, вот тут уже, по-моему, все решено. Там же все было на лице у всех. Скажите, пожалуйста, мое тело что-нибудь видело? Мое тело плакает. Ну, если оно знает... Да, оно знает. Кто второй? Да? Кто второй, кто знает? Я видел, что это Лепеха. Ребята, перевели фразу «Boss Ejected», она теперь на русском «был изгнан». Вы представляете? Такие летают, трупики делают что-то. А я же трупиком летаю, я же вижу, я могу говорить то, что я вижу. Так что ли получается? Получается так. О, господи, мой труп. Ё-моё. Меня убили. Я же всё по кислороду поиграю. Не успел. Лепёха, где тело? Тело. Лепёха, ты убежал от меня с нижнего кислорода? Теперь я не могу говорить даже. Где ты нашел тело? Я, если честно, я не знаю, кто за меня играет. Я без понятия, кто за меня играет. Был вроде Витя. Мне кажется, Максим. Без понятия. Хорошо, Витя умер около второй штуки чинительной. Ну, я думаю, то, что я хороша и Максим хороша. Лепёха со мной чинил нижний двигатель, так что, ну, наверное, это Анита. Я не согласен с тобой. Это точно не мое тело, потому что я в это время бегала наверху. Кря, я с тобой не согласен. Почему ты со мной не согласен? Потому что я тебе не доверять. Почему ты мне не доверяешь? Скрытый убийца. Кто скрылся, труп уже. Как это я скрытый убийца? Хотя бы у нас один убийца остался, Лепёх.
И так как мы подозревали Аниту и Уборецкого, то получается Уборецкий действительно был убийцей. Он на глазах четверых убил, просто бам, зверобоба бедного. Так что это Анита. А может это точно не мое тело, в этот Анталор точно не захватил. Я отвечаю. А я не согласен. Я сейчас его держу прикованным к стулу. Мне не нравится Кря. Мое тело говорит, что это Кря. Кря зло. Такой спор. Нет, он сбежал, все, ребята, он сбежал. Тело лепехи, голосуй в Аниту. Голосуй, спасибо. Тело лепехи, ты пипега. Тело должно подчиняться. Подчиняется, но делает, что хочет. Ну точно там что-то. Пишет Анита стопудов. Ну не знаю, может быть. Пойду еще квестики поделаю, или лучше посмотреть, что там происходит. Почему проводка меняется после того, как второй раз заходишь? Где все пипежут? Так, все здесь стоят. Давай посмотрим, что это. А, почините свет. Сейчас что-то интересное будет. Лепеха пошел чинить. Все, это точно Анита. Сейчас Максим найдет. Оу. Мое тело голосует за Максим. Понятно. Это в общем, Лепеха играет за Аниту. Мое тело это верит. Мы вот согласны. Мое тело уверено на все 100, что это Максим. Ведь так мое тело. Да? Да, ну мое тело. Давай, кусай всех. Кусай. Лепеха за Аниту играет 100%. Срочно. Я тебе сотку заплачу. Все равно выбежал. Ну, то есть тело Аниты, но лепеха. Что за предательство? А, хорош. Да, ура! Тело лепехи, ты боженька. Изгоните из моего тела лорда. Он задолбал меня. Только его запри. Что он все равно идет в мое тело. Дух лепехи пипега. Я согласен. Я прям знаю, за кого лепеха играл в этой игре. Я ну, вообще, давайте, смотрите, логи, можно давайте сказать? Все ну, в принципе, все знали, кто залепил. Меня в третьей игре выкинуло со словами «Вы были выкинуты из-за слишком частого бытия предателем». Сама Анита, выходи. Не, зачем? Опа. А, косяк. Я знал. Все, иди наверх. Нет, стоп, сначала... Неправильно. Мы хотели, чтобы человек сам думал, за кого это. Так, хорошо, типа, давайте чел, так. Вот такого человека, я говорю. Так, Блейнар, как ты думаешь, кто за тебя играет? И так далее. За меня, скорее всего, Зверобоб. Это мне такое подсказывает. Так, уходи. Уходи. А как уходи. Понять, Даня? Уходи. Олежек, кто за тебя играет? Я думаю, это ты, Витя. Так, следующий. Не подходи ко мне, я. Я не знаю, мне почему-то кажется, что это, возможно, Анита. Мне кажется, это Блейнар. Так, следующий. Кря по списку. Как? Я думаю, что это Валера, я не знаю почему. Мне просто кажется, что это Валера. Отходи. Стоп. Ну, давай, лепеха, пошел, выходи. Максим, нет, Зверобоб. Ну ладно, Зверобоб. А, так, мне называют? Ну, ты говори, кто за тебя играл? А, так. Ну, мне почему-то все это время казалось, что за меня играет Олеж, я не знаю. Так. Ну, кто-нибудь ладно. Следующий? Вот, лепеха. Ну, мне кажется, что это какой-то недопипега. Ну, ты... Ник называй. Я не знаю, но скорее всего Эмми или Эмми. Эмми или Эмми, отлично. Так, я думаю, что за меня играл Максим. Я почти уверена, что за меня играл Звер. Все мы забираем Валеру. Иди сюда. Ну, за Аниту, понятно, я был ну, лепеха. За Аниту лепеха играл. Думаю, за меня играла Анита. Потому что она постоянно молчала. Хорошо, давайте по одному тогда раскрываться, аналогичным образом, по одному. Сейчас истинный выходит, да? По никам? Нет, но Блейнар. Говори, кто за Блейнар играл? Блейнар, ты думал, что это Зверобоб, но это был я. А, ты же я не угадал. Я специально репортил. О, как? Я же говорю, я сам репортил. Давайте в темпе чуть-чуть. Давайте. Олежа угадал, это я. Ну я заметил, что я что-то часто хочу себя выкинуть, все дела. Кто был после? Эмми. Ну, Эмми.
Ну, за меня то. Ну, я играл, понятно. Анна играла за Эми, отлично. Я за Уборецкого играл, Блейнар. Блейнар за Уборецкого, так. Лёха, ты сам бегал! В смысле? Я играла за Лепёху, старалась, чтобы он меня видел, чтобы я видела себя. Он такой, нет, нет, я там не был. Да я резал всех, я ничего не видел. Я когда я потерял? Я была за Зверобоба, я была, меня убивали первые два раза. Да, тогда я не знаю, кто за меня вообще играл. Кто за меня играл, признавайтесь? Ну, привет, Максим, ты угадала. Кто за меня был? Ты, да. Я, Уборецкий, это я. Ты убил меня два раза, серьезно? Кря, это Уборецкий, так. Я беспринципная тварь. Ну, а за меня-то кто? За меня кто играл? Это Эми. Эми? Не, не играл за меня. Сам просто уже когда свое тело убил. Все, давайте заканчивать. Меня вообще в третьей игре выкинуло. Я придумал. А что, что сейчас? Заканчиваем игру. А так а кто запустил-то? Что, прятки, я не знаю. Нет, ну давайте. Надо быстро сделать все квесты. А пока, пока делаете квесты, надо прощаться. Я еще. Ну, тогда всем пока. Мое тело считает, что всем хорошего дня вечера. Да, было весело. Мое тело умерло. Ладно, спасибо всем за внимание. Это было довольно интересно. Если вам понравился этот вариант игры, то... Обязательно, как говорится, ставьте лайки и пишите: Витёк, давай еще поиграем в такую дичь. Ну а пока. 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 Пока-пока.